Мир эпоха имена – уникальный фестиваль. Он служит только одной высокой цели – распахивает двери в мир классической музыки, виртуозного, инструментального и вокального, исполнительского искусства, знакомит с лучшими образцами музыкального творчества. Ульяновский музыкальный фестиваль – не просто традиция, пережившая десятилетия, а по-настоящему востребованное зрителям популярное и ожидаемое культурное событие. Завершающий концерт 62-го международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена» состоялся на сцене Дворца Губернаторский. Ульяновский государственный академический симфонический оркестр Губернаторский под управлением главного дирижера Эдуарда Дедюры и государственный академический русский хор имени Свешникова исполнили грандиозное произведение Джузеппе Верди «Реквием». Заместитель председателя правительства Ульяновской области Вадим Андреев поздравил участников с успешным проведением фестиваля. Он также вручил приветственную плакетку от имени губернатора Алексея Русских, художественному руководителю и главному дирижеру хора имени Александра Свешникова, народному артисту России Геннадию Дмитрику. Конечно же, мы, артисты, очень рады присутствовать на таком знаменитом фестивале с такой длительной историей. Ну, а сегодняшнее исполнение знаменитого сочинения «Реквиема Верди», думаю, произведет на вас то впечатление, которое он должен привести своей глубиной трагической истории. Концерт был посвящен жертвам чудовищного теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холл и их памяти. Сольные партии исполнили солисты Московского музыкального театра «Геликон-Опера» Анна Пегова, Ирина Рейнард, Дмитрий Хромов и Дмитрий Скориков. Сегодня мы, конечно же, все внимание проецируем на произошедшие события, которые произошли в нашей стране. И мы бы хотели почтить память всех погибших, невинно погибших в этой ужасной совершенно трагедии. Концерт состоялся по программе Минкульта Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Напомним, весенний музыкальный фестиваль стартовал 3 марта. В нем приняли участие более 300 артистов из разных регионов России, а также Армении и Бразилии. Более чем за месяц было исполнено 12 концертных программ на площадках Ульяновской области. Слушателями стали 9500 человек, и еще 10 тысяч присоединились к онлайн-трансляциям. В этом году в рамках фестиваля музыкальные концерты прошли в 9 муниципальных образованиях области. Ирина Антонова, Улправда ТВ.